Подмосковье запретили высаживать из автобусов детей безбилетников. На предприятии «Мострансавто» разработан внутренний документ, указывающий сотрудникам на недопустимость подвергать несовершеннолетних пассажиров опасности, особенно в вечернее и холодное время года. Регламент распространяется на ситуации, когда у детей нет возможности оплатить проезд, например, если родители по каким-то причинам не дали ребенку денег или не пополнили карту «Стрелка». Водители обязали довозить безвредного ребенка до конечной остановки, а диспетчеров связываться по телефону с родителями юных безбилетников.